Всем привет! Что-то меня немножко идейки покинули, поэтому я решила порадовать Ливсика. Давненько не было Ливсика и розовой резиночки. Это наш любимый цвет и любимый размер. Да? Я никогда еще не встречала, чтобы птица так балдела от какой-то вот одной вещи в определенном цвете. Он, конечно, резиночки все любит, но вот розовая, это, скажи, вот просто то, что доктор приписал, да? Давай, начинай балдеть. Давай, балдей. Вот, видите, пытается. Вот. Какой грамотный мальчик. Просто восторга не мальчик. Как мало нам для счастья надо. Я тут покупаю игрушки, да, а всего лишь можно обойтись дешевенькой розовенькой резиночкой. А если я сделаю вот так? Тасня. А Томчику надо попробовать дать зелененькую. Я поищу, если у меня зелененькая. Может, Томочка у нас по зелененькому пройдется. В общем, вот такой у нас любитель всего розовенького. Удивительно, что ты мальчик. Это вот Алиса любит розовенькое. Это понятно, девочка. А ты же парень. Ну, максимум оранжевая. А ты розовенькая. Перетягивать будешь? Будешь перетягивать? Нет? Защищаешь от меня розовую резинку? Выбросил. Ну вот. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!